Сижу, мажу ножку гелем. Мама жарит лепешки. Они. Нет, красивые. На вот этот. Прикольно. Ну, это первый блин всегда такой. Мы уже оделись, и сейчас скоро будем выходить и поедем на день города. Сегодня очень классное мероприятие запланировано на этот день. Я еще накрасилась необычненько так. Ну, как необычно. Я так обычно и крашусь, в принципе. Только я не подвожу снизу синим, просто решила сделать акцентным, потому что я сегодня в таком вот топике. Вот такая у нас сегодня погода. Ветер. Хорошо, что дождя хотя бы не будет, но ветер еще кошмарный, конечно. На улице при этом духота, кстати. Папа пришел. Мы как собрались на улице, ветра дуй. Я запила себе хвостик, потому что невозможно просто ходить с распущенными волосами. Вообще у нас какой-то ветродуй вечный. Распсиховался в магазине. Разругался. Ногти. Мы приехали к бабушке. Дети, не пишите, пожалуйста, на стенах. Берегите свой дом. Здрасте. Привет. Ну вот и все, мы немножко сказать. Избавились от брата. Ну это я так утрирую, имеется в виду. Мы его оставили у бабушки, сами пойдем гулять. Мы хотели с ним вместе, конечно, пойти. Я была бы тоже не против, но мой брат очень сильно капризничает, поэтому ему будет лучше у бабушки. А мы пока походим, посмотрим концерт. Он таким не любит заниматься, поэтому вот так вот. Лимонад взяла бесплатно, и все бесплатно. Аквагрим бесплатно рисуют. Приехали домой, сейчас буду кушать трубочку, потому что я хочу кушать. Сейчас мы уже собрались на концерт Хабиба, или как там его, Хабиб, по-моему. Я переоделась. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Родители, конечно, вообще куда-то увезли, непонятно куда. Какие-то гаражи встали. Там площадь все перекрыли, и мы пойдем пешком. Бип, все ради тебя. Бабушка. Мне еще нравится, так знаешь, светло. Я еще люблю ночью гулять вечером. Хабиб уже поет. Да, по-моему, он уже поет. Хабиб. Кристинка, тебе надо быть. Хабиб, пошли. Мы идем по трассе. Представляете? Первый раз в жизни идем по трассе.
сразу хочу сделать очень важную вещь. Давайте мы, когда я буду говорить фразу, вот так звучит Улан-Удэ, мы будем очень громко, очень мощно кричать и хлопать. Договорились? Да! 3, 4. Вот так звучит Улан-Удэ! Ну просто лучше, лучшее! Большое количество людей, только под гитару у себя дома в комнате. Поэтому прямо сейчас хочу сделать премьеру новой песни. «Тучи Гучи» называется. Совместная с Иванушками International. Сделаем! Но мне понадобится ваша помощь. Когда я буду говорить фразу «Что же лучше?», вы говорите «Тучи Гучи». Запомнили? Да нету его внизу. Не знаю, он вниз пустил. Вот так звучит у Валуды, я сейчас сниму это, пока вы держите ваши прекрасные фонарики. Вы готовы? Да! Машите еще сильнее, хорошо? Спасибо большое, вы получаете. Это было очень красиво. Обязательно смотрите, я выложу абсолютно везде. Видите это видео. Come on, сеть! Ой, это будет невозможно, поэтому мы продолжаем дальше наш концерт. И на гитару тоже. Солнце
3, 4. Еще раз, 3, 4. Тогда я буду показывать движение и челленджи. Делаем вау, окей? Мы поем все вместе. Припев девочкам мужчинам. Вы готовы? Да не делайте так мило. Ладно, просто салют. 50 ружей посчитаем. От 10 до единички.
Итак, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
программа подошла к концу. Мы с вами сегодня были. Подойдите, пожалуйста, тоже к сцене. Привет. Дом такой вообще красивый. Классный. Я бы хотела в нем жить. Ну вот и все. Хабиб закончился. Шикарный дом вообще. Реально красивый. Делать тропинки? Нет. Мы не будем делать тропинки. Мы будем непонятно что делать. Беги, дорогая, беги. Беги, дорогая, беги. Ну вот и все, мы приехали из шоу. Ой. Ну вот и все, мы приехали из концерта Хабиба, день города Улан-Удэ. Очень понравилось, но людей было вообще безумно. Мне кажется, весь город собрался реально на этот праздник. Я первый раз как бы узнала про Хабиба. Ну, я слышала раньше про него, но я не думала, что его зовут Хабиб. Я сначала подумала, боксер, такая думаю, зачем боксеру в наш город и что он будет делать. Оказалось, это певец, который поет песню «Ягода малинка». Оп-оп-оп. Вот. И мне очень понравилось. Мы с мамой кое-как нашли место на пьедестал, так скажем, там залезли на лесенку. Было все очень суперски, реально салют, очень вообще обалденный. И на этом я буду заканчивать свой влог. Я уже помылась, успела поменять постельное белье. Сейчас пойду смывать свои то, что осталось у меня после подводки. Я смывала гелем, пока мылась, но ни мылом, ни гелем не смылась. Поэтому это все фигня. Мицеллярка всех лучше. Мицеллярная вода, она хотя бы смывает. И еще огуречным тоником помажу, потому что у меня такое ощущение, что завтра у меня вот уже прыщ какой-то вылез непонятный. Буду сейчас, я уже домонтировала почти один влог. У меня осталось туда добавить только музыку. Сейчас буду монтировать этот влог. И, скорее всего, сначала выложу этот, потом уже второй другой. Я распускала косички, и вот завтра их уже не будет, скорее всего. У меня выпало очень много волос, просто кошмар. Думаю, это все-таки из-за косичек. И, в принципе, у меня в последнее время выпадают волосы, но я думаю, из-за того, что я расчесываюсь, у меня очень мягкая расческа, и там не выпадают на расческе волосы, я думаю, из-за этого у меня волосы выпадают, пока я моюсь. То есть, в принципе, так и должно быть, я думаю. Хотя это немного меня тревожит, я пользуюсь маской для волос, тем более... Главное, волосы, которые я покрасила, то есть сожжённые, считается, волосы, да, они не выпадают, а выпадают именно где-то в затылочной зоне, возможно, потому что я сплю в основном на спине. Но также я, кстати, люблю спать на животе, но говорят, вроде бы нельзя. Или наоборот, я так что-то почему не поняла. Ну и, короче, без каких короче, будем заканчивать этот влог. И всем спокойной ночи, приятных привидений. Буду сейчас ложиться спать, доделаю дела и посмотрю Куплинову, помонтирую влог и паиньки-саиньки.